Итак, ребята, всем привет! С вами снова я, Шапка, ребят. И вот у вас, например, вы зарабатываете в день 800 золота максимум. И вам не хватает на то, чтобы крутить рулетку, либо прокачать скилл, либо купить нового персонажа. У вас не хватает золота. Выход есть. Ребят, мы вместе с официальным дискордом Free Fire запускаем новую игровую валюту. Это диски. Что такое диски? Диски — это специальная игровая валюта, которая будет нужна для того, чтобы ее обменивать на всякие привилегии в Дискорде и также на обмен на золото. Но это еще не все. Золото, ладно. Как бы в будущем, может быть, ассортимент будет меняться и появится еще что-то. Может быть, все что угодно, но пока это только золото. Пока что, в начале. Как заработать диски? Ребят, вы должны бывать на моих стримах, ссылочка на стримы в описании. И я там буду специальные стримы проводить по ивентам в Дискорде. Пароль от комнаты вы будете получать в Дискорде, и за победу вам будут начисляться диски. После этого вы заходите в Дискорд и обмениваете эти диски на то, что вам нужно. Все очень просто, максимально просто и понятно. Вот. В будущем, я надеюсь, что будет намного больше наград, а пока только так. Всем коква, ребят, и сегодня вот стрим будет в 14:00 по московскому времени, и это будет уже первый ивент. Так что, ребят, дерзайте, с вас лайки, всем коква, до следующего видео.